И всем привет, ребят, с вами Стар сегодня записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен открытию долгожданных контейнеров Сегодня мы вместе с вами откроем, не сказать, что супер большое количество, но откроем сороковочку ультраконтейнеров, не устаревших На предыдущем видосе с открытием ультраконтейнеров я открывал где-то около трехсотки но из них было очень большое количество старых ультраконтейнеров. И многие ребята в комментариях писали мне о том, что ультраконты надо открывать... До того момента, пока они устареют. И желательно их открывать как раз-таки на ивентах именно на этих моментах есть намного больше вероятность того, что вам выпадет какой-то очень и очень хороший дроп из этих ультраконтейнеров. Так ли это на самом деле? Сегодня вместе с вами мы это постараемся проверить. Если вам подобного рода видеоролики нравятся с открытием ультраконтейнеров, с открытием вообще контейнеров в целом, то обязательно не забывайте поддерживать данный видос лайком, не забывайте подписываться на этот замечательный канал и не забывайте про розыгрыш, который прямо сейчас у нас имеется на 2 миллиона кристаллов на 30 тысяч танкоинов по моему личному тегу который можно установить в настройках игры в аккаунтике. Вот здесь вот устанавливаете тимпе. дальше оформляете покупку в магазине, ну и заполняете форму, которая есть в описании. Ну а я очень сильно надеюсь на то, что это реально работает, и у нас сегодня есть шанс выбить какой-нибудь из скинов. Я, конечно, бы очень сильно хотел бы выбить скин на арест, так как у меня есть в сумме целых 5 ультра, э, ой, ультра говорю, 5 скин-контейнеров. Из этих 5 скин-контейнеров у меня как раз таки в одном осталось 3 скина. На гром, на рельсу и на арес. Ну и в другом у меня осталось эти же 3 скина и плюс еще Хорната и Зида GT. Что Изида, Зида, что арес в этих ультра-контейнерах выпасть может. Ну и быть может это тот самый момент, когда мне это... Все дело дропнет. Я, конечно, на это надеюсь, поэтому больше мы тянуть не будем. Будем сразу открывать, ну и смотреть, что у нас из этого выпадет. Получится у нас, ну, довольно такой коротенький видеоролик, но, быть может, очень и очень приятный. Первая пятнашечка, поехали. 5, 6, 7, 8, 9, 10 зеленых, 11 синяя, 12 синяя, 13 фиолетовая, 14... А, нет, подождите, не понял, а как ты так обсчитался? А как это я так обсчитался? У меня показалось, что 13 е только фиолетовая, а тут баха, она уже 15 -е. Не понял. Не понял. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. А, ну там оно на ускорении просто нереально быстро открывается. Может быть, нам надо не ускорять? Может, надо без ускорения открыть эти ультраконтейнеры? Ну, давайте попробуем, посмотрим. Пощупаем, может, как-то поменяется все это дело. В этом плане 5 зеленых, 6 зеленых. 7 зеленых, 8 зеленых, 9. Зеленая, 10. Зеленая. 11. Зеленая. Да боже. 12. Зеленая. 13. Зеленая. 14. Зеленая и 15. Дефолтная фиолетовая. Емое, боже, сколько мне накинуло мин. Ну и десятка еще контов. Десяточка контов, зеленчик раз, зеленчик два, зеленчик три, зеленчик четыре, зеленчик пять, зеленчик шесть, зеленчик семь, зеленчик не зеленчик восемь синяя, еще одно синяя и ласконт красную. подавляющие наноботы. Блин, ну это явно то. Что я хотел выбить с точки зрения красного свечения, но не с точки зрения того, что мне упало отсюда. Мне падает устройство, которое в ближайшем будущем будет 100% в золотом свечении. И это Изида с подавлением, а ведь это мог быть легендарный Арес XT, который мог прямо сейчас мне вкусно упасть в карман, и я был бы мега сильно рад. Но похоже, это реально работает, это реально не шутки и шанс выпадение красных свечений с ультраконтейнеров, которые еще не устарели, больше. Потому что я, как уже сказал, в прошлый раз открывал безумно большое количество ультраконтов. И из них было... Практически все они были устаревшие. Их было в сумме около 300. И при этом в всем раскладе мне с 300 ультраконтейнеров, да, не упало ни одного красное свечения. Да, там может быть только одно золотое было, и то не точно. Да? Но тут с сороковочки, с последней десяточки, мы все-таки выбиваем это замечательное красное свечение. Да? Ну и есть интерес, чтобы я протестировал это замечательное устройство. Хотели бы вы его увидеть. Как оно бы смотрелось на моем основном аккаунтике. Изидочка с Подавлением. Если честно, в моем понимании на сегодняшний день на Изиду есть только лишь одно устройство, которое плюс-минус находится в хорошем балансе. Это Изида с вампиризмом, хоть ее и занерфили, но еще можно Изидочку с как раз-таки адреналином использовать. Но вот как себя покажет Изида с нанороботами, э, хотел сказать. С подавлением я честно не знаю. И я ее, честно говоря, ну, ни разу вообще в своей жизни не использовал. Она относительно недавно появилась, но я ее и не тестил на спецаккаунте, и не тестил на мегадонате. Поэтому, быть может, это тот самый момент, когда стоит эту изиду протестировать. Если это так, если бы вы хотели бы увидеть обзорчик с этой изидой, то давайте грузанем 150-очку контентовых лайкозавров. Но у нас получилось выбить. 40 ультраконтейнеров, красное свечение. И я, если честно, начинаю верить, что это реально работает. И то, что ультраконтейнеры надо открывать до тех пор, пока они как раз таки не устарели. Ну, либо же это просто какая-то халява. Либо мне просто очень и очень сильно повезло. Пишите, что вы думаете по этому поводу. Как вы открываете ультраконтейнеры, когда они устарели, когда они не устарели? Что вам падает с них? Падают ли вам красные свечения? Насколько вкусный дроп вообще в принципе вам выпадает из ультраконтов? Обязательно поддерживайте данный видос лайком, если вам понравился. Подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны. Ну а с вами был мистер Ванька. Всем, друзья, спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.